За этот год стало лучше или хуже здравоохранение? Да, конечно, хуже. Почему вы так считаете? Во-первых, не все по лекарствам, не все есть в аптеках. Это все вот хуже стало. Дороговато, наверное, да? Ну, то, что цены, про цены я вообще молчу, они поднебесные. Для пенсионеров, конечно, ужасно. Полпенсии уходит на одни лекарства, то и больше. Вот. А здравоохранение везде все платное. В поликлиниках добиться что-либо тяжело. Я считаю, ничего не изменилось. На том же уровне остался. Я не могу точно сказать, потому что я не обращаюсь. Мне кажется, остался на том же уровне. На том же, да ничего не изменилось. Ну, они стараются, но не похоже, что... Особо ничего не изменилось. Все так же, да? Примерно. Здравоохранение в Воронежской области стало лучше или хуже за этот год? Никуда стало здравоохранение. Ни разу не вызывал скорую помощь, 2 часа ждал. Вообще, я думаю, очень плохо. За этот год, не знаю, не пользовался, но вообще за все время лучше однозначно. То есть более отзывчивый персонал стал. Вот, поэтому однозначно да, я могу сказать. По 5-бальной шкале оцените, пожалуйста. Ну, 4. Да на 2, что там оценивать. Там на 5. 4. Есть к чему стремиться. Ну, может быть, 2 с плюсом. 3,5 в лучшем случае. Ну, на 3, наверное, вот так. Скорее всего, да. Потому что с лекарствами какая-то проблема здесь у всех возникала. Ну, вот особенно кто после онкологии, вот я знаю, здесь есть знакомый, кто болел, значит, им нужны были зарубежные вот эти вот. А аналоги не подходят, потому что много очень побочных на этих лекарствах.